Євген Хмара народився у Києві 10 березня 1988 року. Великий успіх йому напророкували у 6 викладачі музичної школи. Водночас серйозно займався карате, але музика перемогла. У 8 років познайомився з Дідьє Маруані, лідером французького гурту Space. Відтоді слово «космос» – одне з улюблених. У 2001-му зіграв з Маруані на Таврійських іграх, а потім почав гастролі разом із французом. Пише авторську музику, бере участь у шоу «Україна має талант», працює з Олегом Скрипкою, Костянтином Меладзе та іншими. Композиція «Казка» принесла Жені небачену славу у соцмережах і надихнула на власне шоу. Багато хто називає Хмару кращим піаністом України. Це, каже, лестить, але примушує працювати ще більше. Я рада вітати глядачів 9 каналу. Сьогодні знову в ефірі наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. І в мене в гостях дуже цікавий, молодий, талановитий пан, якого звати Євген Хмара. Зараз, я думаю, багато ваших шанувальниць зненавидить мене за те, що я з вами так спілкуюся. Дуже просто. У вас багато шанувальниць, много вас поклонниць? Добрий день. Наверно, да. Я не відстежую. Знаю, що вони є. У вас есть там фан-клуб, например? Фан-клуба нет, он такая у меня позиция, не знаю, что все, что я могу показать на концертах, я могу пообщаться после концерта. Я очень открыт в социальных сетях, я всегда отвечаю на сообщения. Поэтому создавать специально фан-клуб, я не футбольный клуб. Но у вас есть, например, люди, которых вы уже знаете, которых вы узнаете на концертах, которые стараются ходить на все ваши выступления, ну или как можно больше. Да, конечно, такие люди есть, причем такие люди есть, я начинаю замечать уже вот даже в разных городах. Ты приезжаешь, некоторые ездят с концертами, вот ты прям едешь в тур, и они там за тобой едут. А есть те, кто приходит регулярно на твои концерты в разных городах. Женя, вам 28 лет, и вы уже очень известный человек в Украине, как минимум, ну и за рубежом в некоторой степени тоже. Работаю. Давайте вернемся в детство, да? Вы всегда были на виду? Вы центровой, вы авторитет, вы лидер. Да, в школе я был лидером, правда. Я так сложилось, что я и дрался много там, в младших классах. Вот, я очень часто отстаивал какую-то правоту, причем, правда, когда были ситуации, когда я понимал, что кто-то не прав, и даже человек, если старше, я всегда отстаивал правоту, либо свою, либо чью-то. С учителями спорил? С учителями, да, спорил, но в том случае, когда я понимал, что правда, я прав, я извинялся после этого. Я всегда знал, что у меня очень уважительное отношение ко всем взрослым, старшим людям. Но если кто-то был неправ, я был малой, я все равно отстаивал эту правоту. Синяки. Приносили домой? Приносил, да, но поскольку я спортом очень профессионально занимался с самого детства, то, конечно, чаще приносили оппоненты. Каким спортом занимались? Карате. Карате я занимался до определенного периода, до коричневого пояса я дошел. Вот. Но так интересно, судьба сложилась, что в один день было повышение квалификации по карате и конкурс по музыке. Я любил очень музыку, конечно же, я выбрал музыку, в чем я не жалею. И для карате это было очень плохо, и именно в тот период я бросил. Выбор для вас – это сложно, это искушение? Или к моменту выбора чаще всего вы уже определяетесь? Как вот судьба ведет? Выбор – это кайф. Как раз в том, что есть у нас право выбора, это самое большое удовольствие. И когда-то, там, будучи ребенком, я благодарен за то, что, благодарен родителям за то, что мне был дан выбор. Все-таки, да, я мог уйти там, в другую профессию, мог заняться чем-то другим. И я, по сути, занимался любимым делом музыкой, и я выбрал музыку, и никто меня за это там не упрекал. Выбор — это кайф, но это же может быть иногда мучительно, это же провокация, знаете, как будто бы мироздание нас к чему-то провоцирует. А ну-ка, да, дашь ты слабину, что ты выберешь, да, послаще или погорше, но поценнее, например, то, к чему сложнее дойти. Я стал, когда старше, я для себя четко понял слово «борьба», что это такое. Это противостояние души и мозга, и душа всегда знает. Наверняка. А мозг всегда думает, что он знает. Но он думает. И вот это вот очень важная штука. Нужно слушать душу и сердце. Тогда ты будешь всегда двигаться в правильном направлении. А если душа молчит? Значит, мозг слишком активный. То есть нужно выключить мозг? Да. Хороший совет для тех, кто слишком много думает, да? Во многое мудрости, многое печали говорили древние. То есть вы где-то по-своему им вторите. Детство было какое? Счастливое? Счастливое детство, да. Счастливое детство, да. Я
несмотря на то, что я много работал в детстве, если сверстники там играли, не знаю, футбол и баскетбол, я тоже успевал это делать, но все же, конечно, я шел в музыкальную школу, у меня было сольфеджио, у меня был хор, у меня была специальность. То есть музыкальная школа была сразу, с первого класса? Да, с первого даже с нулевки. Я в музыкальную школу пошел, мне было 6 лет, и я еще не учился в обычной школе. И вот так совпало, что первый класс обычной школы совпал с первым классом музыкальной школы. А родители музыканты? Родители не музыканты, семья вообще не музыканты. Была большая тяга с детства. Мне было 3 годика, я брал игрушечные кнопочки, направлял на себя фонарик, играл на этих кнопочках, представлял, что я выступаю на сцене. То есть не просто музыка, а музыка публичных выступлений. Публичные выступления, да. Но тут тоже история. Я впервые увидел видео музыкальное по телевизору. Это была группа Space, Didier Marouane. И, конечно, я пародировал его с детства. Я себя представлял Didier, что я представляю. Ну, что я выступаю. Ну, группа Space — это еще и, скажем так, мое не детство, ну, наверное, юность. Это всегда впечатляюще, даже когда мы не видели еще, еще не было видео, когда я была ребенком, мы слышали. Но это было что-то грандиозное, действительно, да. Это не просто набор звуков, а это что-то такое, не похожее на ту музыку, которая звучала вокруг, потому что там было Абба, Бонем, да, и тут вот Space, и нам говорили, Space — это космос, и действительно в этом был какой-то космос. Да. Чем зацепил вас Марой? Ну, во-первых, я знаю, наверное, что потом это все продолжилось. Но... Да, история очень фантастическая, она имела продолжение. Наверное, клавиши. Я не знаю, для меня вот эта картинка клавиши — это было, не знаю, самое, наверное, красивое, что я мог себе вообще увидеть в своей жизни на самом деле. Вот этот цвет, эта музыка, да, оно все повлияло. Родители были меломаны. Родители не музыканты, но меломаны. Я слушал очень много рока. Конечно же, группу Space, да, и когда в 96-м году, вот как раз впервые по телевизору реклама, приезжает группа Space, конечно же, шок, родители покупают билеты, и мы все идем на концерт. Вот что интересно, Space, да. Space — это же инструментальная музыка, да, как правило, дети, они ведутся на фронтмена, который с микрофоном, да, это, как правило, вот вокалист или вокалистка, певец или певица. Вы повелись на музыканта, не на вокалиста. Знаете, это редкий случай на самом деле. Очень интересный вопрос. Вы знаете, я никогда сам об этом не задумывался. И правда, я никогда не воспринимал, и по сей день, я открою секрет, я не воспринимаю слова. Почему-то я слушаю музыку, песни, прекрасные песни, я не слышу слов. Неважно, украинский, русский, английский язык, я слышу музыку. Вот, это... Ну, на самом деле да. это действительно интересно, это просто большая редкость, потому что, я же говорю, обычно мы реагируем, ну, на то, что впереди, да, хотя Didier Marouane, он как раз в этом плане уникальный человек, потому что он сумел сделать инструментальную музыку больше, чем песня, на конечно, самом деле. Конечно, да. Но вообще для меня понятие инструментальной музыки, особенно когда я начал выступать в разных странах, когда появились концерты, я понял, что это международный язык. И если слова, они все-таки локально, они привязывают тебя, то инструментальная музыка, она везде понятна. Как и математика, она везде понятна. Шоу «Украина. Мой талант». Скажите, зачем оно вам было нужно? Вот вам действительно нужно было заявить о себе в Украине? Ведь вы же уже достаточно много работали. И у вас уже было имя в музыкальных, скажем так, кругах. Оно было на самом деле, вас знали. Тем не менее, что для вас сделало это шоу? Тут есть пару, на самом деле, таких, пару сторон всей этой истории, что правда, я работал к тому моменту уже с звездами, меня знали в определенных кругах, но я не считал себя композитором. Потому что было написано пару мелодий там, в возрасте 7-8 лет, было написано пару мелодий в 12 лет. Вот, но как-то, ну, не шло, да, и была написана мелодия «Сказка», и я впервые осознал, что, ну, блин, она интересная. И, самому понравилось, да? Да, и просто это правда, это была единственная возможность, скажем так, где-то показать эту музыку.
Я не был уверен абсолютно ни в чем. Мне куча людей говорила, что зачем ты это делаешь, инструментальная музыка никому не интересна, это не популярный жанр. Но у вас был премьер, премьер Маруани. Да, во-первых, премьер. Ну, много факторов. То есть говорили, иди пой, там, делай что-то другое. Вот, и когда нашел «Украина, мой талант», я вышел со сказкой, и когда я увидел на второй день, какой ажиотаж вызвала эта мелодия, там более миллиона скачиваний было, то, ну, прям такое, а почему бы и нет, да? И как раз шоу дало, наверное, такое, ну, вот если по-честному, наверное, самоутверждение, что я могу писать музыку, и это кому-то надо. Это очень важно для композитора это понимать, что... Это не только специалистам, допустим, да, а широкая публика, то есть это популярно. В слове «популярный» же на самом деле нет ничего плохого. Да. Конечно, то есть если кому-то это нравится... Популярное — это народное, фактически. Народу нравится, это же хорошо. Чем больше людей слушают хорошую музыку, тем лучше. Ну, туда. Далее стал вопрос, наверное, трансформации, что я увидел на концертах, что правда у людей происходит какое-то изменение. Мне огромную партию дисков первых моих сказках заказали в Литву, в Латвию, организации, которые занимаются с детками с определенными проблемами. И они утверждают, что музыка благоприятно влияет на психику ребенка, и дети начинают быстрее ходить, они засыпают там легче под эту музыку. Ты вдруг музыкальный целитель? Ну, это для меня это тоже открытие стало. Ну, и после концертов я начал замечать, что происходит какая-то трансформация, да, то есть идет. То есть моя задача, ну, скажем, вскрыть и там дать, вот, ретранслировать там. Музыка приходит на наш поток. Я ее не сочиняю специально, я ее не создаю, там подбираю какие-то нотки. Она пришла, и ты это выдаешь дальше. Из космоса? Я не знаю, откуда это, но ни одну, из мелодий я не сочинял специально. То есть вам хотелось, когда вы шли на «Украина, мой талант», вам хотелось попробовать себя как композитора, не как аккомпаниатора, не как виртуоза. Да? Ведь вы же могли просто взять какую-нибудь известную мелодию, аранжировать ее по-своему, да, очень оригинально, выпендриться как-нибудь, и всех поразить, и все бы говорили «Вау!». Да? Ну, на самом деле кавер-музыка очень популярна. Очень популярна, да. Если ее там с оркестром или в народный стиль, или как-нибудь в рэп перевести, да, ну, можно все что угодно. Музыкант, он может, он знает все эти стили. 100%, да. Но вам было важно показать свою? Было важно, потому что я считаю, что кавер-музыка, ну, это путь в никуда. При всем уважении ко всем, кто делает кавер-музыку, безусловно, это прекрасно, передаст свое видение. Но все равно это не твое, это принадлежит композитору, тому, кто это написал, и это его история. И, конечно, продвигать свою музыку, ну, просто сложно. Сложно донести людям, да, сложно показать, но в то же самое время я понимаю, что, скажем, идя маленькими шагами, ты делаешь, ну, гораздо больше, чем можно было бы рвануть сразу с каверами, дать там, сразу там такой выхлоп пошел бы, но дальше это все бы шло бы вниз. Ну, такое временное явление, скажем так, временный успех. Я просто, ну, признаю честно, у меня нет цели, там, слава, там, как можно большее количество фанов, нет. Я постепенно просто иду, я знаю, что я делаю, да, и для меня важно, правда, именно своя музыка и презентация. Ну, в славе тоже нет ничего плохого, ну, то есть важно, как ты к этому относишься, мне кажется, да. Вы же в некоторых своих интервью рассказывали, что вы наблюдаете в людях, с которыми вы работаете, признаки звездной болезни, и вас это пугает, это неприятно, скажем так, да. А когда вы это видите и чувствуете, наверное, вы знаете, как в себе с этим бороться, не допустить. У вас иногда щелкает что-то, какой-то блеск в глазах. Корона отрастает? Нет, корона, я понимаю цену всему тому, что делаю. Я не сплю ночами. Подготовка к каждому концерту. Да, в короне неудобно ночью, я понимаю. Во-первых, неудобно, да. Жмет. Да, правда. А во-вторых, вся работа, там большой кусок работы вообще к шоу проделывается мною. Всем расписать ноты, всем это раздать. Ну, то есть вы продолжаете быть лидером? Ну, конечно, а как? Это ж твое. Ну да, результат на самом деле это командная работа, но кто-то должен быть локомотивом. Команда это вообще важнейшая штука, без команды никуда. Вот вообще с космосом, со звездами очень много связано. Вот вы рассказывали, что на первый гонорар солидный вы купили телескоп, это правда? Да, это правда, на свои первые заработанные жуки, серьезные деньги. Почему телескоп? С детства я не вылазил с балкона, я наблюдал за самолетами, у меня бабушка подарила подзорную трубу, и через эту же подзорную трубу я сам нашел Юпитер.
и нашел Сатурн. Причем, что интересно, что Юпитер, ну, как, какая его особенность через телескоп, через подзорную трубу? Ну, это как диск, и вокруг него четыре спутника Ио, Ганимед, Каллисто, Европа. Они каждый день меняют свое расположение. И вот что интересно, что я, будучи ребенком, увидев это, я подумал, что это какое-то Солнце, и это планетки, которые там каждый день меняют свое расположение. Где этот телескоп сейчас? Он жив еще? Да, живой, конечно, он живой, и он даже активный. Я не скажу, что супер часто в него смотрю. А правда, что вы любите высоту? Да, я обожаю высоту. Ну, через телескоп смотреть на высоту понятно, а высоту забраться на которую, да, и да, смотреть да. сверху, горы, да? Горы, крыши, горы. Да, крыши, горы, самолет, ну, каждый полет же, на самолете. Страшно. Нет, я обожаю это. Это полет или что? Что это такое? Полет, да. Я прыгал с парашютом, для меня это тоже это огромнейший кайф просто был. Каждый полет на самолете для меня это праздник. Куда бы я ни летел, в первую очередь это полет, а потом уже та страна, куда я лечу. Я смотрю, вы такой позитивный, улыбчивый человек, по-моему, для вас все праздник, все, что происходит в мире, в жизни, все праздник, да? Ну, наверное, почти. Почти все. Да. А в глубины, например, вы не опускались, в океан, вот в шахты какие-нибудь? Это же тоже высота, только другая. Вот шахт, вот как раз шахты, наверное, есть какое-то опасение, я боюсь замкнутого пространства. А глубины вот как раз недавно с аквалангом я пробовал. Первый раз в жизни погружался, очень понравилось. То есть главное, чтобы был какой-нибудь простор такой, воздух, да? Да. Окей, чтобы ничто вас не сковывало. Вот, я поняла. Вы вообще, наверное, не любите, чтобы вас что-то, ну, ограничивало в ваших возможностях. Я не имею в виду финансовые, да? Вот вам нужно сейчас сесть, там, поиграть, например, помузицировать, да, в это время сосед с дрелью, там, долбит стену. Вам это мешает, раздражает? Вы можете как-то уйти от этого? Я не конфликтный человек абсолютно, но свобода для меня очень много значит. И вот так скажу, посмотрев какие-то фильмы про Советский Союз, я не представляю, как бы я там жил, если бы я там жил. Ну, просто не представляю, правда. У меня все мои в жизни какие-то, я не буду говорить конфликты, но все какие-то контры, которые происходили, они все были связаны либо с несправедливостью, либо с ограничением какой-то свободы. И, конечно... Сейчас в Украине не так? Нет, в Украине сейчас свободно. Я, как и мне кажется, любой человек все-таки есть право выбора, и каждый может заниматься тем, чем он захочет. Да, вопрос только страха уже каждого, да, готов ли он выбрать путь, который все-таки он хочет. Но это отдельная тема. Вы киевлянин? Я киевлянин, да. Вы часто говорите, что вы готовы признать себя гражданином мира, планеты, да? Да, конечно. Почему? Потому что музыка, она безгранична. И музыка, она способна делать очень много. Нет границ. Тем не менее, вы украинец. Я украинец, причем я обожаю Украину, я обожаю Киев и то место, где я родился. На Западе вашу фамилию переводят? На Западе нет. Не переводят? Нет, иногда шутят, что iCloud. Да? Нормально, это так весело достаточно, да? Хмара. Ну, фамилия для музыканта звучная на самом деле, да? Наверное, Евгений означает благородный, знаете, да? Что ваше имя означает благородный. Благородный, да? Да. Видите, не знал. Вы считаете свое дело благородным? Свое дело, конечно, да. Музыка в любом ее проявлении... Любое искусство, творчество — это благородная вещь. На какую музыку вы похожи чаще всего? Какой-то стиль? Вы знаете, наверное, сейчас не сильно будет соответствовать моя картинка с тем, что я скажу, но, наверное, больше к року. Я живу роком, у меня очень много роковых мелодий на моих концертах. Я рос на роке, и на самом деле мой характер — это все-таки больше рок. Пускай это будет где-то рок-баллада иногда, но все же это рок. А кто у нас лучший мастер рок-баллад в мире сейчас, на ваш взгляд? В мире взгляд? Скорпионс? Да, Скорпионс. Я так и знала, почему-то, что вы скажете именно так. Ну, на самом деле, почему? Очень картинка соответствует. Высокий, спортивный, улыбчивый. Вот, честно говоря, не хватает мотоцикла в кадре, да, в студии он просто не уместен. Ну, вот мотоцикл вот не такой, люблю, да. Вот такое ощущение, что это все на картинке будет очень органично, на самом деле. Ну, наверное, да. Хотя мотоцикл не люблю, честно скажу, я больше по автомобилям. Но, а пешком ходить любите? Да, конечно. Любые прогулки. Я на самом деле везде, где я путешествую, либо связано с выступлениями, где бы я ни был, я очень много хожу. Лучшая музыка для вас — это что? Лучшая Часто музыканты музыка. Говорят, это тишина. Не тишина. Нет, нет? Не тишина. Наверное, это классика. Хотя, вот вы знаете, хорошо вы подметили, я за рулем практически не слушаю музыку, хотя за рулем я нахожусь много. Ну, вы, наверное, все-таки устаете от звуков достаточно, да?
Или они в вас звучат внутри, то есть, может, так бывает, что вам не нужна внешняя музыка? Я иногда люблю, не иногда, точнее, я часто люблю слушать себя в плане какие-то идеи, да, какие-то мысли. Ну и потом просто, даже вот если говорить о моменте за рулем, тот же звук двигателя, он имеет свое звучание и свою мелодию, поэтому как-то вот так вот. Вы много импровизируете в своей жизни, но импровизация, как на мой взгляд, это достаточно эмоциональное напряжение определенное, да, потому что импровизация, она требует вынуть то, что сейчас внутри, да, и выложить наружу. Это достаточно, а внутри может быть разное, да, может быть и грусть, и боль, и переживания какие-то. На самом же деле импровизация, она может быть и оттуда, но может быть и отсюда. Ну, а не это ли главное? Я не люблю маски. Я не люблю маски, и я считаю, что я сам никогда не одеваю маски, я такой, какой я есть. И если, что-то во мне не так сейчас, в этот момент, то, наверное, не надо фальша, не надо там псевдоулыбок там или еще чего-то. Как раз музыка — это такой инструмент, который может передать состояние и может что-то сделать, да. Поэтому фальш тут неуместен. Как только включается какой-то фальш, да, ты пытаешься что-то кому-то доказать, тебе не будут верить. И это сразу пресекается слушателем. У вас абсолютный слух? В понимании абсолютный слух — это когда ты идеально слышишь ноту. Например, вот нажали ноту до, и ты можешь ее повторить, да, ты слышишь ее. У меня не абсолютный слух, но я идеально слышу все, что происходит в музыке, но я могу это повторить абсолютно в любой тональности. Ну, говорят, что идеальный слух на самом деле — это наказание. Да, наверное. Многие скрипачи говорят, что они просто с трудом воспринимают минимальную фальшь, это для них ужасно. Так что, может быть, наверное, это и Богу, хорошо на самом деле. Ну вот другой вопрос, другая сложность. Вы же много аккомпанируете. Кроме того, что вы работаете как солист, да, как лидер, вы все равно продолжаете аккомпанировать. Угу. Есть спрос, исполнители вас любят, им, видимо, с вами хорошо, комфортно. Но вы такой свободолюбивый, да? И насколько вам легко уживаться с разными исполнителями? Со всеми ли можете? Нет ли у вас желания там подавить в какой-то степени, рассказать, как лучше, да? Не всегда же вы совпадаете, так же не бывает. Да, вы абсолютно правы, есть разные участники, и Дашенька Ковтун, да, мы с ней 15 лет сотрудничаем, дружим, конечно, по комфорту, да, работы нет там лучшего взаимопонимания. Мы давно дружим с Олегом Скрипкой. 15 лет, вы сказали? 13 лет? Да, с 13 лет. Ничего да. себе. Да, с Олегом Скрипкой мы лет 8 знакомы. Тоже с этим человеком безумно комфортно работать. У нас тоже полнейшее взаимопонимание. Хотя он довольно сложная личность. Он очень творческий. Он уникальный, я считаю, человек. И есть ВВ, понимание, да, вопли Видоплясова, а есть Олег Скрипка. Это две разные вещи. И, конечно, Олег для меня это целый космос. Есть X-Factor. Космос. Да, космос. Есть X-Factor, где я аккомпанирую очень многим участникам. Не все показывается даже в эфире. И есть, правда, очень такие сложные такие нюансы, когда человек, не успев там куда-то дойти, уже там одевает большую такую корону, в общем, огромную такую корону, одевает маску и уже пытается что-то доказать тебе, пытается что-то доказать судьям. Вот, таких людей у меня был такой даже, был пример в одном из сезонов X-Factor'а, я прямо достаточно жестко девочку постарался поставить на место, потому что она была абсолютно не права. Но задача как раз аккомпаниатора стоит в том, чтобы все-таки подстроиться и уйти на второй план, потому что ты аккомпанируешь, и главный всегда солист, поэтому... Вот поэтому у вас нет звездной болезни, знаете почему? Потому что вы реализовываете себя как солист, но при этом... Вы очень командный игрок. Может быть, вы в себе это как-то воспитываете, развиваете? Воспитывал, да? Воспитывал. Есть такая книга вообще, для меня один мудрый человек мне сказал, никогда не ешь в одиночку. И с тех пор для меня даже, я как только говорю «я», у меня сразу идет переключение. Ну какой я? Ну даже как минимум есть ангелы-хранители, которые тебе помогают. Это уже мы. А есть команда, которая с тобой трудится, которая вкладывает душу в твое, по сути, детище. Да, это же это детский все. Это каждая мелодия, это все твой ребенок. И поэтому, конечно, нету я, есть мы, и это очень ценно, это очень важно. Ваша программа, которая сейчас существует, расскажите о ней, как она вот родилась. Когда вы поняли, что она уже готова, что можно уже выходить на зритель? Идея,
шоу, мы делаем шоу, мы делаем не просто концерты, родилась изначально вообще, когда я хотел делать свои концерты. Мой первый концерт был в Киеве в Планетарии, и даже там шла визуализация видео. Опять такая, космос. Как на куполе, ну, да. Надо же. Вот, скажем, мы... Много надо было работать для того, чтобы понять, как это представить. Слава богу, мне встретился на пути такой человек, как Герман Ненов. Это молодой режиссер-постановщик, который очень много внес свои лепты вообще в создание этого шоу. Да, то есть с меня была музыка, с него было какое-то вот визуальное проявление этого. Мы добавили пиротехнику, мы добавили совершенно потрясающий свет от компании «Феерия». Почему я говорю про них? Потому что они самые крутые у нас на рынке, и у нас в шоу задействуется 100 световых приборов. Почему мы это делаем, да, то есть можно было бы все сделать проще, опять-таки, потому что инструментальная музыка, в инструментальной музыке нет слов, и я многое закладываю внутрь, скажем, этих мелодий, и какими-то визуальными эффектами мы просто наталкиваем зрителя, слушателя на то, что мы хотели этим сказать. То есть такое усиление вкуса, да, скажем. Да, усиление. Так. У нас хореография также, у нас симфонический оркестр на сцене, у нас полноценный рок-состав, это барабаны, бас-гитара, электрогитара. У нас Даша Кофтон, которая поет и прекрасные вокализы, да, в моей инструментальной музыке, и также есть песни, которые, ну, полноценные песни, которые мы написали вместе. Дидье Маруани видел это шоу? Да, Дидье Маруани был гостем в Киеве в 2015 году. Это касательно обещаний, что когда-то Дидье пообещал мне, что он пригласит меня на свой концерт, и мы с ним много выступали, я был гостем на его концертах. И когда-то, кстати, это было в Днепропетровске в 2004 году, на площади было выступление, и после концерта Дидье сказал, что когда-нибудь будет мой сольный концерт, я обещаю, что приглашу вас как гостя на свой концерт. И вот полгода назад это состоялось. Ну, теперь уже все хорошо. Как, что он сказал? Какие у него впечатления? Ну, для него очень важно, потому что мы никогда не скрывали того, что он для меня как музыкальный папа. Он человек, благодаря которому для меня всегда было осознавание, если бросить музыку, это грех. Потому что был дан такой шанс. И даже будучи ребенком, я понимал, что это такой шанс, который, ну, невозможно его упустить или невозможно его где-то там растрынкать. И я для него такой же человек. То есть он в меня поверил. И слава богу, что для него, то есть он не ошибся. То есть он очень много дал, и он сейчас видит результат, что я двигаюсь. Музыка, правда, для меня это все. Я дышу, живу этой музыкой, и я себя абсолютно не представляю в другом каком-то жанре. Ну, он должен просто очень ценить этот факт, я думаю, потому что это же, ну, далеко не каждый музыкант, не каждый творец вообще, да, имеет таких учеников, которые успешны не меньше, чем учителя. Ну, это гордость. Ну, это. При этом и он еще может, скажем так, конечно, ну и вы уже, конечно, да, вполне рядом можете стоять и... Ну, тут это я должен ценить в первую очередь, потому что, повторюсь, что то, что случилось, да, это все равно какие-то стечения обстоятельств. Так, это случайно получилось, правда. Звезды стали, говорят, есть такое хорошее выражение, поскольку у вас все так звездно и с космосом связано, и в планетарии, и, ну, все нормально, все хорошо. Значит, так должно было быть. И все равно вы часто говорите, что вы хотели бы развивать камерную музыку, да? Не камерную, инструментальную. Инструментальную. Да, да. Но вот какие-то маленькие, камерные, уютные концерты вам сейчас не нужны? Вам хочется большую сцену, большой зал, стадион, да? Я не скажу, что хочется. Хочется, да, хочется, конечно, если мне очень сильно хочется, но я не отказываюсь от маленьких залов и не отказываюсь от маленьких выступлений. И больше того скажу, что я готовлю к выпуску свой третий альбом, который называется «White Piano», и впервые за два альбома в нем не будет ни оркестра, ни вокала, ни гитар, ни барабанов, ничего, в нем будет только рояль. В нем будет только рояль, и для меня это оголение перед всеми. То, как я чувствую, как я вижу, да, то есть не будет ничего, за что я могу спрятаться, по мнению, например, людей, да. Вот, и будут концерты уютные, камерные, маленькие, где будет только рояль. Вы сейчас сказали, ну, совершенно потрясающую вещь, да, но это такое признание на самом деле, потому что люди, которые придут на ваше шоу, они видят не только вас, и вы будете действительно защищены такими вот латами, да, да. Стенами, а если они придут на ваш маленький камерный концерт, они могут увидеть совершенно что-то невероятное. Это да, но и в этом шоу знамение, которое, да, вот мы делаем, есть у нас абсолютно инструментальная мелодия, где я остаюсь только за роялем, и да, чуть-чуть приоткрываю занавес того, что будет в третьем альбоме,
И, конечно, это тоже оголение. Мы в Киеве презентовали «Рідна мати моя». Это очень интересно, да, вообще по всем, по чувствам. Это было потрясающе, потому что два куплета сыграл я, и на третий куплет я левой рукой просто аккомпанировал и дирижировал залом, и зал пел, весь зал пел «Рідна мати моя». Это непередаваемое чувство, это мурашки просто бегут везде. Это кач. Да, да. Вы от зала получаете много? Вы всегда получаете от зала столько, сколько вот нужно, да? Потому что музыкант же он отдает, это донор на самом деле, а мы все да. В зале немножко вампиры. Но когда мы восхищаемся, аплодируем, кричим бис и браво, да, поем, мы тоже отдаем, да? Вам хватает этого? У вас замечательные вопросы. Очень, вы знаете, интересно, вы очень тонкие вещи подмечаете, что я учусь принимать. У меня это была проблема большая. Я после концертов я очень много отдаю, я вываливаю максимум энергии, да, и после концертов просто был пустой. И сейчас я учусь все-таки этому энергообмену, потому что все-таки идет обмен. Вы не пускали чужую эмоцию мне в было, себя? Мне было тяжело. Я считал, что я должен отдать, я должен полностью все вот отдаться. Такой эгоизм, да. Знаете, ну, в какой-то степени. Вот я отдал, я такой крутой, классный, не, отдал. Не все, так, теперь я буду умирать, пластом лежать, все. Наоборот, а вы цените. Тут наоборот, что не эгоизм, а наоборот. Это уважение людей, которые к тебе приходят, и они должны получить максимум. А вы знаете же, дают – бери. Вот на самом учимся. Деле да. 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 Вот как раз рок-музыканты, они очень хорошо понимают. Они говорят, там, сегодня был кач, да, сегодня не было, значит, мы не доработали, или публика там сухая, или еще что-нибудь такое, да. То есть энергообмен. Да. Вы же тоже берете там откуда-то из космоса, да, взял, надо отдавать. А куда отдаете? Сюда, да, уже вот в плоскость какую-то, в плоскость зала. Ну, супер на самом деле. Какой самый необычный был зал, в котором вы работали, необычная аудитория? Может, интересный вопрос. Может, интересный очень вопрос. Мало людей было? Или наоборот, очень много? Ну, самое большое выступление было, кстати, в Днепропетровске со Спейсом. Ну, это еще история была все-таки больше детская, ну, 70 тысяч людей тогда было. Вот. Самое, конечно, незабываемое выступление — это все-таки первый концерт в Киеве, в Октябрьском дворце. И когда ты понимаешь, что ну, люди по-честному пришли на тебя, больше никого нету, да. Вот, и это очень трепетное чувство, и волнения, конечно, нет предела. Кто самый взыскательный слушатель ваш? Самый главный критик? Самый главный критик, ну, наверное, я самый главный критик для себя. Ну, я так и знала, что вы так скажете. Родители. Родители и близкие мне люди. Вообще, я очень люблю конструктивную критику. Она делает тебя сильнее, и благодаря этой критике ты растешь. Бывает критика неконструктивная. Очень много, повторюсь, как я говорил, что даже 5 лет назад мне много кто говорил, что зачем тебе писать инструментальную музыку, она никому не нужна. Но если бы я тогда слушал этих людей, делали бы я сейчас то, что я делаю? Не делал бы, да. Поэтому есть моменты, когда никого не надо слушать, нужно двигаться вперед, а что-то, что может, ты понимаешь, что тебе может помочь в чем-то, да, конечно, нужно прислушиваться к этим. Родители критикуют или хвалят творчество, или по-родительски говорят, так, плохо выглядел, там, неудачная прическа, там, воротничок кривой, знаете, как мамы любят так, вот все хорошо, да, ну вот там у тебя, значит, рубашка не такая, да, нет, замечают? Я, слава богу, самостоятельный стал достаточно рано, я с 15 лет начал работать, как-то сам себя начал обеспечивать с 15 лет, вот, поэтому, ну, каких-то таких моментов, то есть родители, они больше как критики, может быть, что-то не так сказал, да, в музыкальном плане, может быть, там, мелодия, там, папа, он там тоже все-таки на музыке рос, он и может там подсказывать какие-то моменты. То есть есть у него мнение и музыкальное. Да. Да. Ну, здорово на самом деле, да? Знаете, я вот очень рада нашему знакомству, потому что вот сияние, исходит сияние. Я не знаю, откуда оно, изнутри, снаружи, приобретенное или врожденное. Всегда вы такой были, я вас вижу вот живьем первый раз, да? То есть экран, шоу — это одно, а вот личное знакомство — это совершенно другое. Ну, как и концерты, на самом деле. Я тоже считаю, что я посещал много концертов, и то, что ты видишь по телевизору, и живая картинка — это всегда, это живая энергия, поэтому... Живая энергия. Да. Поэтому вот честно, теперь следующая моя задача — пойти на ваше шоу и посмотреть, так ли оно все, как вы вот рассказываете. Как идет тур вообще по Украине? Тур проходит, правда, успешно. Я не буду скрывать того, что у нас практически везде полные залы.
у нас аншлаги, в отличие от первого тура, хотя и первый тур прошел хорошо, но у нас были, скажем так, ну, такие города, где мы не доработали, там где-то по рекламе, где-то не донесли, да, что это. Мы сталкивались просто с проблемой с той, что, ну, в понимании людей, пианист, что может показать пианист, это может быть что-то скучное, неинтересное. Ну, да, то есть мы делаем шоу, и никто не верил в то, что это будет по-настоящему шоу. Почему? Потому что много, к сожалению, на рынке обманывают. Все заявляют, что будет шоу, люди приходят, и, как правило, ну, люди остаются обманутыми. Мы, правда, делаем шоу, и, скажем, после выступления я смотрю, что у нас увеличится количество людей, которые, ну, верят в то, что мы все-таки не обманываем. Ну, и пока еще все-таки шлейф шоу «Украина, мой талант» вам помогает. Ну, шоу на самом деле было уже давно. Или уже нет. Вы знаете, я не уверен. Шоу было уже давно, уже сколько, 3 или 4 года прошло с тех пор. Безусловно, шоу сыграло важнейшую роль в моей истории. Вот, но это прошлое, да, и мы идем вперед. Давайте творить новую историю Евгения Хмары, да, вместе с Украиной. Я надеюсь, что Украина это будет ценить, беречь. Благодарю. Холить, лелеять, да, звездную пыль с вас струшивать. Но я уверена, что вы справитесь. Вы справитесь. Работа, еще раз работа. С этой славой. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Продолжайте дарить свою музыку, и пусть этот дар вас не покидает. На самом деле вы этого достойны. И я надеюсь, что ваша публика будет достойна принимать от вас эти дары. Благодарю вас. Увидимся. Увидимся. Я дякую вам за увагу. Це був чудовий, дуже світлий, сонячний пан Євген Хмара. Якщо ви побачите на афіші це ім'я, неодмінно не пропустіть і відвідайте. Дякую вам за увагу. На все добре.